В Дагестане продолжается бесплатная реабилитация врачей, работавших не жалея сил на пике эпидемии коронавируса. Напомним, что такой подарок медикам сделал научно-оздоровительный комплекс «Журавли». Таким образом, инициаторы акции хотели отблагодарить героев в белых халатах за их труд в борьбе с пандемией. Накануне отдых завершился у второй группы медиков. С некоторыми из них пообщались и наши корреспонденты. Тему продолжит Курбан Рагимов. Еще месяц назад медики отдавали все силы на поле сражения с вирусом. В период эпидемии они по всему миру и в нашей стране не жалели себя ради спасения пациентов. Теперь пришло время заслуженного отдыха. Об этом позаботились в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». Саидат Тайгибова, врач скорой помощи, вспоминает, что в пик пандемии приходилось работать без перерывов и выходных. Здесь, конечно, очень хорошо. Тепло нас встретили. Очень хорошо здесь, как оздоровительный комплекс. И я сюда пришла, еле ходила. Уже в течение недели я уже стала более живая, более активная. Питание здесь прекрасное. И в течение недели я почувствовала себя окрыленной. С июля по сентябрь реабилитацию пройдут более 600 медиков. Большинство из них приехали из центральных регионов России. Римма Кадильникова работала в ставшей известной на всю страну больнице в Коммунарке. Перед отъездом из Дагестана женщина чувствует себя полной сил и энергии. Сбалансированный режим питания, режим релаксации, вот море, гидромассаж, вообще все вот такие оздоровительные процедуры, все на высшем уровне. Вернетесь к нам еще? С удовольствием. Будем рады. В следующем году. И вообще здесь сама по себе очень теплая обстановка. Просто даже уезжать не хочется. Отдых на берегу Каспия поможет врачам восстановиться как физически, так и морально. После почти 4 месяцев тяжелой борьбы с пандемией многие медики испытали сильное эмоциональное напряжение. Здесь с ними поработали психологи. Это, конечно же, борьба с посттравматическим состоянием. Это работа с травмой. Люди пребывали длительное время в психотравмирующей ситуации, и мы провели ряд очень интересных коррекционных мероприятий и индивидуальное консультирование по снятию вот этого эмоционального напряжения. Оздоровительный комплекс будет в распоряжении врачей до сентября. Заселяют медиков группами по 60 человек. Отдых длится 10 дней. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.